Сегодня прошел первый день бизнес-форума в Москве, а именно 2023 Faberlic. Почему мы здесь? Потому что это круто. Потому что когда ты поднимаешься высоко, тебя уже некому учить. И так часто, так нужно побывать в роли обучаемого, побывать в роли ученика, ходить в школу и от чего-то заново понимать и осознавать. Этот форум – это как воспоминание и шаг в новое, шаг в будущее. Он великолепен. Очень много затрагивающих моментов. Мы приехали с командой, мы точно понимаем, что благодаря этому форуму у нас пойдут другие достижения, другие этапы и другое совершенно ощущение и чувство. С компанией Faberlic я знакома с 15 лет, но только 3 года назад я приняла решение строить с этой компанией бизнес. Мне очень нравится компания, мне очень нравится продукт. И, конечно же, я не могла пропустить день рождения компании. 2-й год приезжаю на форум. Безумно красиво, безумно интересно, заряжаешься новыми эмоциями. Действительно хочется творить, хочется бежать просто по лестнице успеха, глядя, как другие это делают, и ты стремишься только вверх, только вперед. Приехали из города Копейска на конференцию в город Москва. Конференция, посвященная дню рождения Faberlic. Я поздравляю всех с таким замечательным днем. Я очень рада, что 26 лет назад появилась такая замечательная российская компания Faberlic, которая несет красоту и здоровье всем женщинам, мужчинам, детям, несет благосостояние. Ну и, конечно, без консультантов, без директоров, без активных лидеров не будет ничего. Я желаю всем лидерам процветания, больших структур, развития и, конечно же, красоты и здоровья. С днем рождения, Faberlic! На сегодняшний форум я приехала за впечатлениями, за новыми эмоциями, за новыми идеями. И действительно, то, что сегодня было нам представлено, просто восхитительно и поразительно. И я горжусь компанией Faberlic тем, что наша компания не только вдохновляет себя и развивается, но она еще стимулирует других развиваться. Получила такой приятный бонус. Королева продаж в этом сезоне. Очень приятно. Люблю продукцию Faberlic. Столько новых людей, позитивных, активных, целеустремленных. Наш бизнес такой, что нужно делать много похожих действий. И бывает, что выгораешь. И чтобы не было выгорания, чтобы постоянно было вдохновение, как воздух, нужны такие мероприятия. Это то, чего так не хватает нам в обычной жизни, чтобы вдохновляться самим и вдохновлять других. На больших событиях рождаются крупные лидеры. И если вы хотите действительно быть серьезно, строить бизнес вместе с Faberlic в сетевой компании, российской компании, то, конечно же, я рекомендую быть на всех мероприятиях, тем более в международных форумах компании Faberlic. Сегодня у нас конференция Faberlic 26 лет, люди, которые вдохновляют. И меня вдохновили сегодня достижения лидеров, которые я услышала и увидела. А меня вдохновили новинки декоративной косметики, это круто. А меня вдохновили истории, которые сегодня нам рассказывали спикеры. Меня лично вдохновляют 5 званий за год. Я хочу так же. Меня вдохновляют непридуманные истории. А я вдохновилась тем, что наши ароматы в этом году попали в осмотеку Франции. Это круто! Ура! Поздравляем Faberlic! С днем рождения! Очень здорово, что у нас есть такая возможность побывать в таком красивом месте, почувствовать себя совершенно по-другому, увидеть вот эти лучистые глаза, услышать эти истории лично, вживую и почувствовать все эмоции, которые дарят нам лидеры. Вдохновила. Это то, что я увидела нашего основателя компании. Человека, который когда-то, 21 год назад, зажег в моем сердце уверенность в том, что я делаю правильную ставку, что мои усилия не пропадут даром. Я никогда не думала, что один человек за один год может собрать 3-4-5 квалификаций. То, что он докрыл от директора до бриллианта, ну, это просто успех, причем ошеломляющий. Сегодняшнее мероприятие – это просто кладезь знаний, эмоций,
Во-первых, мы узнали о новинках. Во-вторых, мы познакомились с историями тех людей, которые прошли огромный-огромный путь, огромные испытания. Для них это вся жизнь, а мы прожили эту жизнь вместе с ними. Каждый год на протяжении 25 лет я приезжаю на празднование годовщины компании. Почему? Компания для меня – это то дитё, которое я взращиваю в себе, взращиваю в своих людях. Компания «Фаберлик» для меня – это то, что является для меня делом. Компания «Фаберлик» для меня – это то, ради чего я живу, работаю. Для меня это вот ребенок, самый настоящий. Я приглашаю каждого из вас быть на следующем мероприятии, быть на день рождения компании, но не одной, а в обществе своей команды. Поверьте мне, на больших мероприятиях рождаются большие лидеры. Наша конференция московская идет под слоганом «Люди, которые вдохновляют». Когда люди говорят, чем вы вдохновляетесь, я всегда отвечаю. Когда ты видишь глаза людей, которые загораются на событиях, когда эти люди потом выходят на сцену, получают награды, получают квалификационные бонусы, ездят в поездки наградные от компании, покупают квартиры, машины, дома, привозят свои команды, разве это не счастье, когда ты видишь, что ты можешь принести пользу другим людям, и когда благодаря тебе огромное количество людей начинает жить лучшей, интересной жизнью. Они стремятся к тому, чтобы их семьи были обеспечены, чтобы дети были счастливы, чтобы семьи были крепкими и чтобы мы могли собираться везде, всегда на каких-то мероприятиях, но при этом быть вместе, радоваться, чувствовать плечо друг друга и вместе идти к намеченным целям, к достижению тех мечт, которые мы перед собой ставим. Моя компания, в которой я нахожусь уже около 20 лет, вдохновляет меня на многое, вдохновляет на позитивные решения в жизни, на творчество. Вообще я творческий человек. И вот в компании можно творить хоть что, в любой деятельности, в любом направлении. Все зависит от нас, все зависит от того, насколько мы хотим. И компания учит нас мечтать, и не только мечтать, действовать. Потому что в компании есть такие люди, которые вдохновляют, которыми ты заряжаешься. И вот сегодня я нахожусь на лидерской конференции компании «Фаберлик». Она меня вдохновила. Вдохновение – это путешествие, команда, самовыражение, дети, причастность к чему-то большому, свобода. Человек сейчас аплодирует вашему успеху. И такое же огромное количество улыбок еще больше освещает ваш путь. Друзья, бурные аплодисменты. Спасибо.